Копейки Карасоли и Мергенька в Ишиме очистят от мусора, который принес паводок. Деньги выделят из областного бюджета. Будут убраны конструкции разрушенных мостов, железобетонные перекрытия, ил и заросли. Это поможет увеличить пропускную способность. Необходимо восстановить и русло реки Карасоль в деревне Зырянка Ишимского района. Распоряжение на проведение всех этих работ подписал губернатор Владимир Якушев на заседании президиума регионального правительства. Кроме того, было решено выделить деньги Заводоуковскому округу на восстановление дамбы в селе Новолыбаево. Этой весной она также пострадала от подтопления.